Thank you.
Ви, надо срочно решить одну проблему. Кто-то начал перехватывать дроны моего знакомого. Глянь координаты и найди виновного. Все подробности я приложила. Нетранерша! Не ссы, все будет быстро! Сразу без мучений.
Смотрю я на этот передатчик и вспоминаю. Что же? Помнится, в 2020-м мы использовали такие для пиратского радиовещания. Передавали хардкор-панк на полицейских частотах. А, получается, именно так стилеты взломали дроны. Ха, я уж думал, ты никогда не догадаешься. Неплохо вышло с антенной. Многим наемникам голова нужна, чтобы в нее есть. Но ты меня радуешь. Маршруты москита снова в безопасности. Заказ выполнен. И выполнен на совесть. Я все детство мечтал мчаться на верном скакуне через пустоши. И, похоже, моя мечта может исполниться, потому что на днях биотехника анонсировала робо-мустанга. Я бы пошутил про лошадиные силы, но, честно говоря, я в таком диком восторге, что ничего в голову не идет.
струна отсети, настоящая любовь умирает. Мужья изменяют женам, жены изменяют мужьям. Потом они разводятся и поливают друг друга грязью. Представляешь? Если честно, я в шоке. Но ты не отчаивайся. Сегодня я даю тебе шанс помочь одному такому разведенному. Его зовут мистер Гутьеррес. И он рассчитывает на нас. Конечно, его брак уже не спасти, но мы можем вернуть чек, который жена у него забрала. Прочитай про заказ в письме. Красиво и тихо. Хотя о разводе мистера Гутьерреса этого не скажешь.
Изумительная работа, Ви. Закрываю заказ. Я рад тебя видеть, Ви. Тут довольно-таки безлюдно. Как раз сможем поговорить без свидетелей. Что случилось? Выглядите довольно хреново. Так выглядит тот, кого лишили имплантов, денег и уважения. Но не все так плохо. Меня почти незаметно в городе. Ну и где этот ваш друг? О, да. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это?
Это телохранитель Ханако-сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. Надеюсь, он не будет следовать Арасаковскому протоколу. Какому протоколу? Неписанные правила. В Найт-Сити они есть. Не знаю, как в Японии. Если ОВР засекал потенциального предателя, к нему высылали допросчика и два штурмовых отряда с вертолетом. Я понимаю, к чему ты клонишь. Но если Ода решит свести с нами счеты, ему не понадобятся ни отряды, ни вертолеты. Поверь мне, я видел его в деле. Это должно меня успокоить? Если нужно успокоиться, попробуй посмотреть на небо. На машине это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. Такэмура-сан. О, да. Это она? Твоя воровка? Моя свидетельница, Ви. Я могу и сама за себя говорить. Ну, говори. Мне сказали, ты что-то знаешь. Вам не понравится то, что я скажу. Я хочу знать, что со мной ничего не случится. Не случится, говори. Ты можешь доверять Оде. Ну хорошо. Это произошло вечером. В Кампеки Плаза. Сначала все выглядело как обычная семейная ссора, а потом Юринобу внезапно бросился на Сабуру и начал Молчи. Его душить. Ни слова больше. Иначе ты навлечешь на себя смерть. Это правда. Ханако-сама должна ее выслушать. Все, чего я хочу, это защитить ее от этого забытого богами города. Она в опасности? Нет. Но на параде в честь Арасаки-сама может случиться что угодно. Я привел тебе свидетельницу его убийства, а твои мысли заняты глупым парадом, дурак! Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие тех, на кого работаю. От правды все равно не убежишь! Ты пожалеешь о своих словах. Я жалею только о том, что согласился на эту встречу. За тобой идет охота. Ты должен меня благодарить, что твоя... Простите, у вас это еще надолго? Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Юринобу-сама. Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел. Принес бы твою голову Юринобу. Значит, тебе повезло, Ода, что... Ода, вы же солдат Арасаки! Мы не просим. Мы просто напоминаем о ваших обязанностях перед теми, кто вам платит. Я не стану слушать нравоучения от воровки. Я не всегда была воровкой. И ваш друг тоже не всегда выглядел как бомж. Хотите к нам? Милости просим. На дне общества места много. Нет? Тогда делайте, что должно. Скажите Ханако то, что никто не хочет слышать. Ты дала ему, как это, пищу для размышлений. Иногда нужно просто говорить как есть. Жаль только, что это не подействует. Почему же? Мне казалось, ты заметила. Ода – перфекционист. Он боится совершить ошибку. Вот-вот, пускай уебывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит. Классный друг. У вас все такие? Нет, только он. Ну, мы хотя бы попробовали. Попробовали. И даже узнали кое-что важное. Что?
Вы серьезно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь? Парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подожди. Твоя очередь звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй, не так быстро. Вас послушать так все просто, как ларек ограбить. Вы же говорили, что у Ханако лучшая охрана в Найт-Сити. Да, поэтому я и хочу, чтобы ты связала нас с местным фиксером. Ну, мне на ум пока приходит только Вакака Акада. Она держит салон починкой на Чпок-стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Чпок-стрит? Что это за название? Обычное для Найт-Сити. Ты слишком часто надо мной смеешься. У вас все в порядке? Да. Чего это ты вдруг? Да просто спрашиваю. А вы во всем привыкли искать тайные мотивы? Нет. Извини. Это могло прозвучать невежливо. Я просто не привык к подобным вопросам. Видишь ли, у людей вроде меня либо все хорошо, либо они лежат в гробу. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юринобу и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивее. Ага. И, короче, один из них увидел тут свою мамашу. Она-то всем говорила, что работает в отеле. Привет. Ищешь компанию на вечер? Так я уже нашла. Бестия, дорогая, это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения, у меня гости.
Ви, рада тебя видеть. Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем. Вот и все. Такимура городес. Окада-сан. Ой, декетикоидес. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне. Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Боязнь. Боязнь? Самый опасный в мире японец скрывается в Найт-Сити, а ты не имеешь к этому никакого отношения? Ну-ну, ты же их знаешь. Они запишут тебя в наши сообщники быстрее, чем ты докуришь свою сигаретку. Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапан-тауне. А, дело в Арасаке. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Горо, вы не знаете, почему жирная задница Декса сейчас вне зоны доступа? Его нет в живых. Его зарезал и выкинул на свалку какой-то наемник из Арасаки. Неприятная история. Вы что, мне угрожаете? Нет, конечно. Нет. Ты спросила, что случилось с Дексом, я тебе ответила. Это факты. Ничего больше. Хорошо, иначе бы вы отправились за ним следом. Окада-сан, у нас с Ви благородная цель. Нам просто нужны сведения. Это вопрос жизни и смерти. Сведения на этих щепках. Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. Окада-сан, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет? Подарок? Почему? По своим причинам. Не испытывай мое терпение. Джапан-таун. На время парада все движение будет перекрыто. Гвоздь программы — платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетная гостья Ханака Арасака произнесет речь с самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую компанию по крайней мере один нетранер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапан-таун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. И что, ты даже не спросишь, зачем нам все это нужно? Такое любопытство дорого обходится. Тем более, я же все равно скоро все узнаю. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окада-сан. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно.
Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Только будьте осторожны. Не раздавайте автографы каждому встречному. Моя слава твоей не затмит, как бы я ни старался. Удачи, Ви.